14-й международной научно-практической конференции «Державинские чтения в Казани». В 2015 году мы начали проводить державинские чтения здесь, в Казани, на родине Гавриила Романовича Державина. Круглый стол реализации государственной политики в сфере мониторинга права применения и антикоррупционного просвещение будет проводиться впервые. Общая тема, по сути, которая звучит, общая тема конференции, это связана с информационными, с цифровыми технологиями. Насколько сегодня вот эта сфера проблемна для законодательства? Насколько там острая ситуация? Насколько актуальны эти вопросы? Если правовое регулирование этих вопросов законодательно не закрепить, то эти вещи будут сдержаны. Сначала мы, как специалистов, сюда привлекли филологов, а сейчас с каждым годом все больше и больше ученых мирового уровня начинают принимать участие в нашей конференции. Наша конференция стала уже международной, и плюс в ней принимают участие, и она вызывает интерес не только у юристов, но и филологов, философов, математиков, физиков, как вы говорили. То есть она переходит на совершенно иной уровень.